Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я продолжаю рубрику «Бесплатные вещи по цветам». И на очереди у нас с вами зеленый цвет. Сегодня мы с вами, ребята, пойдем и получим классные вещи в безлимитном количестве. Расскажу про все карты, ссылки на которые оставил уже в описании к этому видео. Ну что ж, давайте начинать! Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и также вступайте в мой телеграм-канал. Поехали! Встречайте Dream Pets, единственный маркетплейс в мире, где вы можете легко и быстро купить или продать предметы из игры Murder Mystery 2. На Dream Pets вы можете найти широкий ассортимент предметов, от самых обычных комон-ножей до самых редких ром. Здесь есть все, что нужно для крутого инвентаря. Процесс пополнения сайта прост. Отправьте ваш нож через трейд с ботом в игре, и он моментально появится в вашем инвентаре на сайте Dream Pets. Ну а выводить нож с сайта также просто. Нужно зайти на сервер к боту и кинуть ему трейд для получения предметов. Забудьте о неудобстве поиска покупателей или продавцов. Dream Pets сделает все за вас. Удобно, быстро и безопасно. Переходите на сайт прямо сейчас и исполните свою мечту. Так, ребят, ну что ж, в первую очередь в поиске мы с вами ищем название вот этой игры. Можете просто вбить поиски MC Clarion, и в первую очередь, ребят, мы с вами увидим вот такую вот аватарку игры. Это та самая игра, которая нам с вами нужна. Просто заходим в нее, и сейчас я вам покажу, что нужно делать дальше. Очень легкое задание для получения бесплатных вещей. И как только, ребят, мы с вами прогрузились, сразу же бежим вот в этом направлении. Здесь нам нужно с вами просто подойти и получить Climb Item. Все, нажимаем и... Ребятушки, вещи у нас уже находятся в инвентаре. Подходим ко второй вещи, тоже нажимаем «Окей». Все, ребята, бейджики получили. Идемте, покажу на себе. И вот, ребят, смотрите, какие прикольные 4 шлема мы с вами получили. В том числе вот такие вот 2 зеленых. Один с открытыми стеклами, а второй с закрытыми. Вот так вот он на мне смотрится. Думаю, для мужского скина это будет самое то. Следующая игра, которая нам с вами нужна, называется вот так вот. Mansion of Wonder. Заходим, ребята, вот в эту игру. И смотрите, ребят, как только мы с вами прогрузились, мы бежим вот к этому стенду. Сейчас мы с вами ведем только один промокод, который нам даст именно зеленую вещь. Но вообще тут промокодов, по-моему, 5. Если вы хотите знать, что это за промокоды, и вы эти вещи до сих пор не получали, посмотрите мои предыдущие ролики. Ну а мы с вами, ребята, вводим промокод, который называется Glimmer. И он нам с вами даст ту самую зеленую вещь. Нажимаем на Redeem, у вас появится бейджик. Я уже эту вещь себе получала, поэтому поверьте мне на слово, вы ее тоже получите, если заходите сюда первый раз. Ну что ж, идемте покажу. И мы, ребята, с вами получили вот такую вот замечательную жабку на голову. Просто посмотрите, насколько она кьюти. Просто прелесть. Ну а дальше, ребята, в поиске пишем название вот этой игры. Metaverse Champions Hub. Заходим, ребята, сами вот в эту игру. И все, ребят, наша с вами задача — это просто прогрузиться в этой игре, и уже на этой стадии мы с вами получим 4 классных костюма. У меня уже, ребята, бейджика не будет, потому что я эти вещи получала, но уверяю вас, что вы их получите. И смотрите, ребят, если мы с вами зайдем в Classic Shirt, то мы с вами примеряем вот этот верх. И если зайдем в Classic Pants, то будем примерять, ребята, с вами вот этот низ. Так, где он тут у меня находится? Вот он, посмотрите, ребятушки. Просто замечательно. Если снять с меня все аксессуары, то мы можем заметить, как вот эта жабка замечательно сочетается с нашим костюмчиком. Ну, а это еще не все, идемте дальше. Ну, а следующая бесплатная вещь, которую, ребят, мы с вами сейчас будем получать, я покажу вам на нее туториал, выглядит вот так вот. Она у меня уже есть в инвентаре, потому что я ее получала. Сейчас по моему туториалу вы получите ее в том числе. Это вот такой вот замечательный цветочек на голову. Выглядит просто замечательно, так прямо по-летнему, в таком софт стиле. Так что, кому нравится, пойдемте покажу карту. Ну а в поиске, ребята, давайте пишем название этой карты. Вот такое вот, ребята, название — Luobu. И сейчас я вам покажу именно ту карту, которая нам с вами нужна. Называется она вот так вот и выглядит вот так вот.
где нарисованы два чипзика. И как, ребят, вы можете посмотреть, здесь мы с вами будем помимо вот этого цветочка замечательного получать персонажа на выбор. Вы можете получить либо мальчика, либо девочку. Смотрите, давайте зайдем. Смотрите, ребят, как только мы с вами тут прогрузились, наша с вами основная задача в этой игре — найти 20 боксов. Вот, к примеру, первый уже находится вот на такой кофейной машине. Его мы забираем. Второй бокс находится вот в этом дереве, в домике, и он спрятан прямо тут. Тоже его забираем. Следующий, третий бокс находится прямо под главным деревом, и вы его должны заметить, он тут находится на видном месте. Все, летим мы с вами дальше. Следующий, четвертый бокс находится вот у этого розового дерева, а именно около дерева находится такой камень, и тут мы тоже в арке встречаем наш четвертый бокс, также его забираем. Следующий, пятый бокс находится вот у таких водных горок, сюда мы с вами заходим на эту территорию и видим прямо под самой горкой, здесь вот такой вот светящийся бокс. Его мы тоже с вами забираем. Следующий, шестой бокс находится вот в таком лесочке, прямо около колеса обозрения. И тут же рядышком у нас находится в болоте еще один седьмой светящийся бокс. Далее, ребята, восьмой бокс находится вот в этой арке, но сейчас я вам расскажу один прикол. Смотрите, я его не вижу, но он тут есть, поэтому я вам советую в эту игру играть с вашими друзьями. Хотя бы одного-два друга позовите, потому что кто-то из них увидит по-любому этот светящийся бокс и даст вам ссылку на нее. И как только, ребята, вы сможете ее принять, в этом разберетесь, так только в том случае вы увидите этот светящийся бокс и сможете его забрать. То есть, ребята, советую вам играть в эту игру не в одного, либо попросить кого-то на сервере кинуть вам ссылку на тот или иной бокс. Девятый бокс у нас спрятан вот в таких контейнерах, а именно в красном, вот в этом углу. Его мы тоже с вами забираем. Следующий, десятый бокс находится вот на этой площадке, она прям рядом. Смотрите, я тут тоже ее сначала не видела, но потом мне мой друг скинул ссылку, и я сразу же увидела этот бокс и его также открыла. А одиннадцатый бокс находится рядом с нашим краном, на вот такой территории. Забираем тоже. Двенадцатый бокс у нас находится вот тоже на этой такой пляжной зоне за лежаками. Для этого снова мы спускаемся с вами в нашу зону, нажимаем на yes. И вот здесь вот за фиолетовым лежаком находится наш двенадцатый бокс. Забираем. Следующий, тринадцатый бокс находится за вот такими контейнерами, фиолетовым и желтым. Забираем. Четырнадцатый бокс находится тоже у входа за вот такими желтыми зданиями. Здесь вы также можете видеть, что я его сначала не увидела, потом я получила ссылку от друга, и как раз таки сразу же этот бокс появился, я его открыла. Поэтому, ребят, еще раз повторюсь, желательно играйте в эту игру хотя бы с одним другом, потому что что-то увидите вы, а что-то увидит он, и вы друг другу можете отправлять ссылки. Если же у вас нет друзей, то просто добавьте в друзья кого-то на сервере и попросите вам помочь. Пятнадцатый бокс также находится у нас в центральной зоне, рядом вот с таким мусорным контейнером и также светофором, ой, извините, не светофором, светильником. Шестнадцатый бокс находится прямо на верхушке крана. Здесь я также, ребят, смотрите, его сначала не увидела, потом мне скинули ссылку, и тут же моментально он у меня появился. 17-й бокс у нас находится на верхушке вот этого здания, такой арки, тоже его увидите, или же у вас также, может быть, как у меня, изначально вы его не увидите, но после отправленной ссылки он у вас там же появится на месте. Все, летим за следующим боксом. 18-й бокс у нас находится в самом бассейне, рядом вот с такими лесенками подъемными, или вот там, где нужно прыгать с вышки. Все, туда бежим, тоже забираем наш 18-й бокс, и осталось еще два. 19-й бокс находится тоже вот у такого недостроя за оранжевым углом. Ну и последний, 20-й бокс находится в кроне деревьев вот в таком гнезде. Замечательно, ребят, все посылки собрали, теперь идем дальше. Теперь, ребята, на финишной прямой очень важно снять с себя все полностью, кроме вот такого самолета на спину. Далее мы совершаем все те же самые действия, что делаю прямо сейчас я. У нас камера перевернулась вниз, мы сразу же моментально переключаемся вот на этого дракончика, и вуаля, у нас произошел баг в системе, и мы перевалились
за эту территорию. По-другому никак. Если вы сделаете все по-другому, то вы просто не сможете выйти за территорию этого здания. Ну а теперь, ребят, мы снова переключаемся на наш самолетик и летим под нашу карту. Здесь, ребята, вы увидите там такие точки. Это вот как раз таки то, что нам с вами нужно. Здесь мы с вами и будем сейчас получать нашего персонажа. Вот у этого красного стенда мы с вами сейчас получим нашу бесплатную вещь. Это будет такой прикольный аксессуар на голову. А вот у желтого стенда мы с вами сейчас выберем нашего персонажа. У нас тут как бы можно выбрать либо девочку, либо мальчика. Но для мини-скина нам нужен именно мальчик. Девочка не получится. Так что выбираем букву А и нажимаем на ОК. И все, ребят, как только мы с вами нажали на букву ЕС, мы получили нашего персонажа к себе в инвентарь. Я нас поздравляю. Вы большие молодцы, мы все вместе большие молодцы. Ну и, конечно же, ребята, пользуясь случаем, пока у нас с вами идет ивент, на котором находится у нас с вами вот здесь, вот The Games, сейчас мы с вами получим еще одну классную зеленую вещь, очень легко и просто. Сразу же хочу сказать, ивенты, ребят, будут еще идти неделю. Пока этот ивент идет, мы эти вещи можем получить, а потом уже пока не знаем. Здесь, ребят, нам объясняют, что нужно делать, но мы пока что до этого не будем доходить. Сейчас наша с вами задача — это определиться с командой. И смотрите, я сейчас выберу команду, которая называется вот так вот. Именно от него мы с вами сейчас получим зеленый плащ, посмотрите. Все, у меня бейджик уже в инвентаре. Все, вводим тут вот немножечко нужно написать. Давайте напишем Олуа. Или, короче, что-нибудь напишем. Все, я нас поздравляю. Уля-ля, ребята, посмотрите, какая я сейчас модная на своем втором аккаунте. Все, что мы с вами сейчас видим на мне, кроме волос, мы получили прямо сейчас из этого видео. Ну а это еще не все, давайте перейдем к следующей игре, она у нас будет с вами последняя. Ну и напоследок, ребята, мы с вами сейчас посетим игру, где получим полноценный образ в зеленом цвете. Уверена, он вам очень понравится. В поиске пишем название вот этой игры. Так вот, ребят, называется и выглядит наша игра Bad Business. Заходим, ребята, в нее. Да, сейчас тут очень большой актив, потому что идет у нас тут ивент, но это ничего страшного. Давайте зайдем и покажу все более подробно. Обязательно, ребят, советую вам всем заходить именно и играть на VIP-сервер. Он у нас бесплатный. Погружаемся в игре Bad Business и смотрите, что мы с вами делаем дальше. Заходим на вкладочку подарки. Видите, где моя мышка? И теперь мы с вами вводим вот этот код. Называется он Unicorn. Пишем без ошибок. Затем нажимаем на Redeem, Close. Затем в окошке Outfits нажимаем на этого человечка и выбираем в разделе Face вот эти очки. Нажимаем на них. Затем нажимаем на второй квадратик снизу. Выбираем вот эти вот VR-очки. Возвращаемся назад. Теперь, ребята, нажимаем кнопку F6. Я вам советую играть с компьютером. И у нас появляется вот такое окошко. Здесь мы с вами пишем два вот таких кода. Первый из них называется вот так вот. Admin set mod code. Затем у нас выползает такая вот строка Victory. И мы с вами пишем второй код. Второй код, ребят, называется у нас вот так вот. Admin set map factory. Я тут его два раза написала случайно, но это нам нужно все для того, чтобы у нас появилась в настройках вот в этом левом верхнем углу карта именно с названием factory. Другие карты нам не подходят. И все, карта у нас вот эта появилась, Factory Kill Confirmed. Мы с вами сюда заходим и смотрите, я вам показываю сразу же снаружи, что мы с вами сейчас должны делать в первую очередь. Мы заходим вот в это здание, где у нас зеленая машина, ориентируемся на меня, поднимаемся с вами наверх, и сейчас наша с вами будет задача собрать части единорога. Сейчас я вам объясню, что это значит. Смотрите, мы с вами подходим к первой части, она у нас спрятана вот за этими тремя ящиками. Если вы сейчас обратите внимание, она находится вот на этой стенке. Видите, сбоку у меня появился первый квадратик. Теперь вторая часть нашего единорога находится вот на этих зеленых бойлерах. Вот здесь вот она спрятана. Все, смотрите, зажимаем, появился второй квадратик. Теперь мы с вами бежим на зеленую крышу, тут же у этого же здания. Здесь расположена третья часть нашего единорога. Тоже его зажимаем и бежим дальше. Следующая часть у нас находится ровно под зеленой крышей.
нашей вот в этом оранжевом контейнере. Здесь также собираем четвертую часть нашего единорога. Теперь бежим в следующую локацию. Она у нас с вами находится немного в соседнем здании. Здесь мы тоже с вами должны подняться наверх. И вот у этого большого бойлера у нас находится в стене следующая часть. Обратите внимание, зеленый бойлер, и рядом еще вот такая красная граффити находится. Обратите внимание, как я вам тут все показываю. Теперь мы с вами спускаемся в следующую часть. Смотрите, наша следующая часть единорога находится вот в этом компьютере. Она вот прям находится в черном экране. Все. Мы с вами уже почти полдела сделали, 6 частей собрали, осталось еще 3. Теперь мы с вами бежим дальше. Для этого, для 7 части, мы с вами должны пройти тоже немного вперед. Ориентируемся на зеленую машину. Находится она вот в этом здании, за вот этими 3 коробками, прямо сзади. Обратите внимание, что наверху еще находится вот такая прозрачная крыша. Теперь следующая часть у нас находится на 2 этаже. Мы с вами должны подняться по лестницам. Одна лестница у нас всего лишь на этой карте находится. Мы с вами и должны на нее ориентироваться. Все, как видите, поднялись, немного прошли вперед и все, нашли последнюю часть. Теперь, ребята, с этими частями мы с вами должны бежать к нашей двери с единорогом. Сейчас я вам покажу, где она тоже находится. А вот и наша дверь, мы с вами на нее нажимаем, и теперь наша с вами задача составить пазл. Для этого мы выбираем точно такие же фигурки, которые показываю я. Другие нам не подходят. Все, теперь, если мы все правильно составили, нас с вами должно перекинуть на следующую карту, где мы с вами, нам предстоит пройти финальное испытание. Теперь, ребята, как видите, меня перекинуло. Нам нужно будет сейчас с вами всегда следовать на букву V. Вот так вот она по-английски пишется. Вы ее сразу же увидите. Она нас с вами приведет к нашим бесплатным вещам. Как видите, нам сейчас нужно будет всегда играть и побеждать зомби. На самом деле, игра довольно-таки интересная. Всем советую в нее сыграть и получить эти вещи. Смотрите, всех зомби мы с вами должны убить. Как только мы это сделаем, у нас появляется вот такой путеводитель в виде буквы. Итак, постоянно следуем, убиваем зомби, снова следуем. Если вы буква у вас не появляется, значит, где-то спрятался зомби, которого вы еще не убили. Итак, просто делаем постоянно, следуем на эту букву. В конце концов, эта буква нас с вами приведет вот в такое белое помещение. Это у нас уже финишная прямая. Мы с вами сейчас просто получим наши бесплатные вещи. Бежим вот до этого нашего синего единорога. Как только мы с вами к нему приблизимся, нас опустит вниз. И все, мы с вами уже на финишной прямой. Вот такой стенд. Мы из него забираем наши бесплатные вещи. Как видите, мне бейджик упал в инвентарь. Все. Давайте покажу, что за вещи я получила. Ну и просто, ребята, зацените мой образ, который у меня получилось создать. Мне безумно нравится, особенно этот костюм в стиле глич. Мне кажется, он будет классно сочетаться вообще с любыми вещами в зеленом цвете. Ну что ж, ребятки, а на этом мое видео подошло к концу. Если оно вам понравилось и было полезным, обязательно поставьте лайк. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!